привет! Всех приветствую на моем канале Марафон здоровья и разговорный марафон. 464 дня, как я хожу. Сначала хожу, потом записываю видеоотчет. И ходьбу эту называю марафоном. Разговариваю. Сначала впечатление о ходьбе, а потом разговариваю на любую тему, которая придет на ум. И вчера я хорошую тему подняла о пищеварении, да? Очень хорошая тема. Но я посмотрела вчерашнее видео, не нужно разговаривать о чем-то серьезном в такой ветер. Так что сегодня тоже ветер. Немножко утих. И... да, погода супер. И я уже заметила, что я каждый день говорю о погоде. Но как же не говорить? Вчера был снег с утра. Потом к вечеру плюс. Температура все полностью за день растаяла. Опять снег лежит. Просто по моим видео можно будет следить за погодой. Супер, да? Да. Так что настроение супер. Вот. Про пищеварение будем говорить в другие дни. Потому что действительно ветер сегодня еще больше, чем вчера. Это вот чуть-чуть притих. Вот. Ну что, такое в двух словах про пищеварение. Переходите на двухразовое питание, пищеварение будет супер. Это можно будет разговаривать отдельно про это. А так сейчас вот, пока меня не снесло ветром. Потом пейте воду, только не слушайте, когда говорят, что нужно 3 литра воды пить. Сок, молоко, это тоже считается жидкость. Вот. А как определять, много ты выпил или мало воды? Загляните в унитаз, когда сходили. Загляните. Если там коричневая, темно-желтая моча, да, то значит мало пьете. Вода должна быть еле желтая. Вот. Простой такой способ. Я вообще говорю такими простыми, доходчивыми словами все, да? Да, вот такая я. Вот. И что еще третье? Жевать. Начинаем жевать, да? Это супер. Супер средство для улучшения пищеварения. Вот. Потому что не только будет еда пережевана и потом будет хорошо усваиваться, а еще выделится достаточное количество слюны, а в слюне полезные вещества. Ой. Значит, ветер меня пугает. Вот, так что жуем. Третье. И все, и будете здоровы. Пищеварение будет работать как часы. А сейчас, что я задумалась здесь? Чего я задумалась? Пока я тут выпал снег опять, похожу-ка я босиком. Да, напугать вас. Не знаю, как это получится снимать, но я сейчас рискну. Я вообще хотела каждый день ходить босиком, но снег не каждый день бывает. Ловим моменты, ходим босиком. Значит, берем, разуваемся. Разуваемся. Снимаем носочки. Хорошо. И вот так босиком по снегу. Вокруг красивых елочек. Не знаю, видно или не видно. Раз. Два. Два с половиной. 3. Так. Где мои носки? Люди меня видели, ничего не сказали. Супер! Я вам показала пример. Присоединяйтесь. Пока-пока.